Добрый день! Если надо, наконец-то, покрасить вот так старый садовый стул кресла, в начале работы необходимо тщательно подготовить изделие. К чему? Да просто без подготовки все металлические части будут вымазаны краской. И чтобы этого не случилось, я беру обычный малярный скотч. Заклеиваю все, что не надо красить. Работа, конечно, нуднейшая, но зато потом не надо будет отдирать краску, потому что как ни старайся красить аккуратно, все равно результат будет плачевный. А пока я заклеиваю, попробуйте повторить слово заголовка ролика с подвыподвертом. Аплодисменты тому, кто это сделает. Крашу без всяких проблем, без оглядки, без остановки, размашисто, ничего не боясь. Краска высохла, снимаю скотч и кресло постепенно приобретает идеально новый фасад. Вот такой красавчик получился. Без всякой натуги и без всяких переживаний я покрасил 4 наших садовых кресла. Стали как новые, даже лучше. Приятно теперь на них посмотреть, посидеть и поболтать ногами. Точно таким же способом, без разборки, я покрасил все наши лавочки. А вот этой лавке, кстати, лет 100, а то, наверное, и больше. Всем рекомендую вот такой способ покраски. Ставьте лайки, будьте здоровы, до свидания!